Добрый день. Меня Лем Ганкам зовут. Я врач-нейрохирург. Я рад участвовать в ВРТИМ. Я вначале даже о нейрохирургии я не думал, если так честно говоря. Но пока и во время учебы здесь, у меня мама в Камеруне получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ее оперировали. Оперировали ее именно нейрохирург, который учился у нас здесь, то есть камерунец, учился в России. Он блестяще ее оперировал, а после этого я решил, что я буду заниматься только нейрохирургией. Вот так я и стал нейрохирургом. У нас сложная профессия, но очень интересная. Любая операция нейрохирургии требует очень внимания и концентрации, и так что они все сложные. Молюсь перед операцией, потому что всегда как-то все на Божьей воле, поддержке, поэтому я считаю, что здесь Господь Бог всегда помогает. Я прооперировал ребенка с заболеванием спинного мозга, и вот как после выписки вот родители вот такой сюрприз делали, и такой портрет делали для меня, очень приятно. Россия прекрасная страна, мне культура очень нравится здесь. Я здесь учился, образование получил, мне русские учили, если так сказать. Все мне нравится, и как-то я комфортно себя чувствую здесь, и занимаюсь именно делом, то есть медициной, нейрохирургией. Ну, мне прекрасно здесь. Это моя родина.